момент. Я когда пересматривал вчера, ну не вчера, вчера, в смысле, на прошлой неделе, когда готовился, я понял, что внезапно я набрал про то, куда двери ведут. То есть сейчас у вас у всех есть такая штука, как информация о замке в этом заметках. По идее. Соответственно, там действительно информация, то есть, например, сейчас вы сможете пройти там в оружейную и к западным казармам, ну и, соответственно, вот этим западным установкам этих катапульт и баллисты, но не к, собственно, проходу вниз, к башне и так далее. То есть я вчера, когда изначально писал, я написал, что можно пройти так, но на самом деле нет. Ясно. Ну, мы главным образом хотели обеспечить этот арсенал безопасности вроде. Такое красивое слово «обезопасить». Он будет в безопасности в нашем суперсильном пространстве. Ладно, насколько я помню, вот в этой комнате, до того, как на вас напали мимики, Которые вы очень упорно смотрели, там что-то подозрительное в лице мимиков, которые негативно повышенное внимание. В итоге у вас весьма пожеванные Басара и Айрис, которые подошли до своей дали. Да, немного покусанные Витторио, но он еще с прошлого боя у него был покусанный. Нам с Айрис сильно досталось от этих мимиков. Сейчас и Айрис, и Базар покрыты уже не липкой, но все равно слизью мимиков. Так что... Это... Это нормально. Это Басару или Айрис? Первый дом Басару, 3-2. Стабильность признак мастерства. Сами полечите или я? Там можно кнопку нажать. Да. Ну, я тоже сама. Спасибо, Лера. Можно мне еще один заряд? Да и Айрис, наверное, не шумишь.
я думаю, что можно выжить. Будем надеяться. Я не совсем не знаю. Я переживаю. Там еще Куцу будет надо. Нормально, я пока. Хотя. Давай, наверное, Лерт, от тебя тоже немного поддержки. Да? Да? Как раз. Да? Да. С минимальными царапинами, но Викториал выглядит уже максимально функционально способным пережить еще некоторое время. А теперь идем. Басаб безгливо пытается отстряхнуть с себя гадость миликов, но у него не особо получается, даже несмотря на то, что именно его обливали духами. Да, я так представляю, у тебя там максимально интересный. Да. Вас это, так сказать, ваш запах расходится далеко. Слушай, а что вы скажете, как этими крестоносцами, которых вы связали и положили в зале вот в часовню? Ну, на самом деле, тех, что связали, они так и лежат, насколько вроде бы, как я помню, вы их в это в ноль убивали, и если их не полечить, то они еще какое-то время будут так и лежать. Ну, просто потому что здесь никто их не добивал. Нет, их никто не добивал, но вы замечаете интересные изменения в самой часовне. А вот те... Да, кстати, хорошо бы, чтобы Лерт и Аркуцо тоже двигались. Ай. Вместе с остальными. Мест закрыт. Что? Двигайтесь. Вы стоите сзади. Или что? Вперед, двигайтесь. И когда вы входите в зал, вы замечаете, что вот эти нечестивые рисунки, которыми покрыто помещение, они начинают как будто бы краска на них начинает оплывать и оседать местами осыпаться на пол. Есть тут какая-то магия? Хвала Юмалей. Магии нету? Да. Благо ее поступает даже в этом проклятом месте. Да, но если хотите, можете кинуть интеллект-чек. Мы можем бросить интеллект-чек. Бримстон умный. Айрис. Айрис рискует, Басар хочет учить будет. Но он не умнее Бримстоун. Это очень сложно быть умнее. Ну, я предложил кинуть интеллект-чек, чтобы предположить о том, с чем связана происходящая ситуация. Короче, нам все размышления. Мы сделаем научную догадку, что это возможно все-таки был временный десекрейт, а не постоянный. И вроде как остался Викторио. Давай, Викторио, докажи, что ты самый умный. Да я сомневаюсь, что ты сильно помогал. Для плоских пиков 15 это очень хорошая руша. Так, ну что, дальше? Ну, я так понимаю, Альфа что-то пишет в личку, я подозреваю. Да, то есть, если я зависаю, да, то... Хорошо, ладно, я понял. Я бы не знаю. Хорошо, я просто хотел сказать, что Аркуцу выглядит напряженно и так очень тяжело. Тяжело.
Ну, собственно, у нас остается, ну, либо дальше по коридору идти, либо возвращаться в общий зал, где у нас была большая битва. Сначала проверим крыло полностью. Лучше не оставлять спиной неисследованное пространство. Да, здесь должно быть оружие, да? Нашли. Ну да, чтобы в этом направлении будет оружейное. Да, и на самом деле, так как я описываю то, что я вам описал, на самом деле у вас есть примерно набросная карта, которую показал вам Кир. Оружейное, я бы сказал, практически буквально по коридору после вот двери, которая ведет налево. Босхор хочет выглянуть в зал, нету ли там следов мобы. Ну, Босар в этом месте он толкается с закрытой дверью, потому что, как бы, которая слева, вы ее как-то открыли, точнее, снизу, а это уже закрыто. То есть он пытается подергать, а она заперта. Да. Однако. Ну, так. Так, ну матерь еще у вас нету. У нас есть адамантиновая отмычка. Значит, что у вас есть дверь нижняя, которая открыта? Ну, вообще, да, вы не через эту штуку приняли. Тю, склероз. Да. Понял. Босар хочет выглянуть ненадолго в зал, нету ли там муры. И если не видит, то просто подходит обратно к той двери, которая дальше будет. А нет, следов муры там нету. Так. Ну да. Нет следов. Ну что, тогда отправляемся в оружейный. Да. Бримсон, если да, что, кстати, он... сразу скажу, что Босар заметил, что в этом, в храмовом дворе, который, ну, собственно, вот это помещение, где вы сражались с Фроком, там происходит примерно то же самое. То есть он видит, что с потолка падают хлопья краски. Что ж, и... Наследница тоже ведет битву. Да, и несложно догадаться, кто в ее авангарде и меч. Да. Ну, собственно, если все готовы, Виктория подходит к двери, внимательно ее осматривает и как бы пытается ее открыть. Бримстон старается держать всех остальных в этом в радиусе этого круга защиты от зла, который на нем еще висит. Ничего при открытии двери страшного не происходит, и даже наоборот, вы видите буквально напротив помещение, рядом с которым табличка, собственно, оружейная. То есть вот здесь. Босар, посмотри внимательно, у тебя глаза получше. Виктория все равно делает несколько шагов вперед. Босар присматривается, видит наличие чего-то странного. Аркусова, ты с нами? Да. Аркусова, я слегка подавлен. Да, встань в круг, пожалуйста. Ну как, Босар замечает интересную штуку. Что с одной стороны вроде как оружейная, да? Что, соответственно, ей должны пользоваться, ну, горизонт замка. С другой стороны, вот нет ощущения, будто бы... Вот сейчас, совсем недавно, очень много людей бегало туда-сюда, снимая оттуда свое оружие. То есть выглядит так, как будто это крыло давно никто не посещал. Нет, это не так, что крыло как будто никто не посещал, но вот именно... То есть это какие-то следы грязных ботинок есть, которые ведут как раз на карте для вас на север. Точнее, не север, на юг. Да, но вот того, чтобы они постоянно, забегая, заходили в оружейную, нет. То есть ощущение, что, возможно, как раз в оружейную часто заходили. Странно.
выглядит все так, будто в оружейную ходили нечасто. Может... По крайней мере, недавно, то есть вот во время осады... Ей по какой-то причине не пользовались. Они могли все оттуда вытащить и хранить другую часть. Возможно. А, возможно, там какая-то ловушка специально для нас. Нужно быть осторожным. Пока что тут никого, подходите ближе. Мы подходим ближе. Что вот это вот за двери? Как они выглядят? Какие именно? Те, которые слева. Ну, так понял, вот это. Слева... Ну, просто двери, на самом деле, один в этом замке, они примерно одинаково выглядят. Да, что... То есть это такие массивные двери, это, насколько я помню, окованные железом, чтобы через них было как можно тяжелее прорубаться, ну, адамантиновые дубины, когда придется оборонять каждую комнату. Дальше, то именно здесь не сказано, но это... В принципе, вы знаете, что помимо... по карте, помимо того, что можно еще с другой стороны зайти в оружейную через, через среднюю дверь, она ведет к бойницам, и, ну, условно говоря, это, и еще одному складу оружия. То есть там не оружие, а боеприпасы, я бы сказал. И, а самая нижняя дверь — это какой-то склад. Басар заверяет самую верхнюю. Ну, моя, она закрыта. Дальше. Заперта. А у нас есть? Так, ну, собственно... Так, вы вот это хотите. Пробовали верхнюю. Пока что пробовал верхнюю, но я верхнюю закрыта. Ну, пробовал среднюю. Закрыто? Ну, если он закрыт, то арбуз уже придется ломать. Точнее, даже сначала хакать, потом ломать. Так, у меня бы расходится. Так, скажите, но мне сейчас еще одеты вообще. У меня должен быть... Нет, должна быть это Armor of Pius надета. Да, неподобно. Я просто пытаюсь понять, я его ношу или нет. Потому что у меня тут подозрительно усилился его девайс. Нет, так видит странно. Странно, у него что маленький, это точно? Она мифриновая. А, понятно. Ну тогда Арбуз, собственно, то есть Альфа, там замок, который можно взломать, или типа засов? Ну, это засов, да, что там есть замок, то есть, условно говоря, для всего этого, для всех игроков есть мастерки, да? Общий ключ. Но при этом, когда это закрыто, это скрывается там достаточно сложно, что я не помню, ты пытался уже взламывать эти замки или нет? Нет. Давай попробуем. Ну, давай. Ну вот, и вот когда ты делаешь бросок, причем чувствуя себя вполне уверенно, ты понимаешь, что на самом деле... у тебя там на Disable Device бонус от расы идет. Ну да, сейчас смотрю. Там Питян Борна, у них был мемный набор бонусов. Сейчас для... Да, просто этот Buff от MD. Так, MD. Блин, сейчас, сейчас. Да, я смотреть. А походу ты действительно себе выбрал это Disable Device как скилл баф от AMD. А, наверное. Да, и просто битборн. Не, я просто немного удивлен. Да, нет, у битборна плюс 2 Disable Device, 2%. Ну вот, ну ладно. В общем, когда ты начинаешь ковыряться в замке,
Причем, ну, так ты понимаешь, что даже такой хороший замок ты бы вскрыл. Но в данном случае, так это у тебя, соответственно, 10-15. Ну, ты понимаешь, что тебе тут как минимум посидеть долго и курят в замке, что чек тут очень сложный, что это очень замок. Ладно, Арбузова понимает, что нет, к сожалению, таких замки. То есть я чисто физически мог бы его вскрыть без шума, но мы можем сейчас сидеть, тогда у нас ни дуры, ни дуры, ни флага, ничего не будет. Поэтому я предлагаю устранить. Ты не предлагаешь, не успевай. Маша, не успевай. Ну ладно, несколько ударов Арбузова разбивает... собственно, замок, и в общем, вы видите еще одно помещение. Да, что здесь, ну, как бы, то есть ощущение такое, что это просто какое-то промежуточное помещение, где, ну, там на столах лежит всякий перекусон. Это продукты давно, это проплесневевший, несколько бочек с водой. То есть это такое место, где можно дороги что-то перехватить. Ну что-то вроде типа караулки небольшой. Да. Давайте, не теряем время. Окей, пробую. Она открывается. Да, что... Да, и да, за ним как раз то, о чем я говорил, помещение с бойницами, из которых можно было бы вести огонь у осаждающих из луков. Правда, здесь никого нет, но есть, условно говоря, эти не колчан со стрелами, а, как бы сказать, ну, не бедра, я не помню, как это точно называется, но заготовки, чтобы не надо было лишний раз руку тянуть, или ходить за стрелой. То есть здесь подготовлено все как раз для долговременной осады. Двери, которые, собственно, вот вы видите, вы понимаете, что они тоже идут в оружейку, и они тоже закрыты. Басар проверяет эти стрелы, а именно наконечники. Ну, обычные, потому что, возможно, это как раз... Оригинальная. Тифлинги, они не против демонов собирались. Гарнизон не против демонов собирался обороняться. Так, Альфа, эта дверь закрыта. Да. И она такая же, как эти двери. Такая же. Так что здесь все замки, они, в принципе, однотипные. Понятно. Можешь сразу предполагать это. Ну что тут дается? Дело перенесет. Ну, что ж, удар за ударом, и даже дверь сносит удары Арбузова. И когда он заходит внутрь, он видит, в принципе, за его плеча Базара и Бримстоуна, что похоже, что оружие поддерживали в неплохом состоянии. Но при этом кажется, что больше... имеющие здесь оружие, по большей части рядовым бойцам не выдавали. Некоторые доспехи покрыты разными демоническими символами, или как минимум прикрепленными с помощью участками, покрытыми вязью из сала. Но похоже, чтобы что-то здесь было по-настоящему проклятым. По крайней мере, на первый взгляд. А на второй вы очень внимательны? Ну, на второй очень внимательный, ты понимаешь, что если бы это было что-то зачем проклятое, да, то, скорее всего, это было бы немного не так. Что когда предмет, ну, действительно портит взлом, то возникает ощущение, что он действительно, вот сам материал его испорчен, что он... как-то приобретает довольно странные иногда формы. Здесь ничего подобного нет. И я вам сейчас сдаю
Сундучок. Отлично. Ух ты. Ух ты. Не закрывайте, я еще не дочитал. Так, так, блин. Что-то неправильно работает. Подождите, это он в не луте, да? А вот актуальный лут или как? Не-не-не, в сундуке. Нет, ты прямо на карте щелкаешь сундук. Это все фигня, он тут открывается. Так, так. Я так считаю, что у них этот актерский, ну, они связаны. То есть, если вы из этого сундука что-то берете, то оно попадет в сундука, который в актуальный лут. Да, да. Проверяйте на магию. Меня вот конкретно Элвин Чейнмейл интересует. Меня тоже. Потому что Басар на нее очень-очень подозрительно и с интересом смотрит. Так, так. Но я хотел щит забрать, потому что я щитом много воюю. Ну, у тебя, по-моему, разных щитов дофига уже. Ну, у меня нет материалов. У тебя, по-моему, какой-то этот совершенно эпический щит. А, кстати, да, действительно. Да, я занял этот, который щитом вайдинг. Ну ладно, Айрис, проверь на майке. Короче, проверяйте. Давайте тогда будем по порядку проверять, если вы все проверяете. Соответственно, снизу, сверху будет, что меч, кольчуга, брестплейт, стрелы и стрела, которая висит в отдельном таком футлярчике. Ну-ну, совсем не подозрительно. Совсем точно не отложенные отдельно на черный день. О, читать. Спелкрафт. И это вы можете мультсверта передать параллельно, чтобы быстрее осматривать. Ну. Да, ну и соответственно на этот. Я просто скажу, что здесь есть и это обычных стрел с запасом. Хладное железо. Нет, обычно. Дальше. Еще два человека надо. Так. Меч, кольчуга, стрела и стрела. Так, значит, меч. Меч за Identifying был. Это у нас... Вот. Это хороший меч. Так, дальше. Вот хорошо, хоть монеты Identify TC выводили. Это нет. Chainplate и Breastplate нет. Что как бы намекаешь, что... То есть можно будет на самом деле какие они по одному, потому что нет. Так. Стрелы. Стрелы, да. Это у нас... Стрела. Ровненько. Осталось, соответственно, броня и кольчуга. Не Identifying. Ну, Лер попробуй. Так, а топор, фейл и... Топор — это адамантиновый топор, который, я думаю, нам надо просто заменить на твою булаву, наоборот. Ну, булаву и удобнее уже в Эшвере. Топором удобнее рубить. Ну, я бы так сказал, что, возможно, учитывая ситуацию с врагом, когда там потом еще так пришлось прорубаться свои идеи, имеет смысл, чтобы адамантиновая отмечка была у человека. Кто у нас еще силен? Просто кому не дать. У кого чего спилкрафт, господа? Ну, пустите. Давайте так. Там как-то два предмета, да? Да. Да. Лерт просто загораются прям таким ярким огнем глаза, буквально. Той не. Окей. Два предмета, да? Ага. Ну что ж, зарядочку. Ну хорошо. Да, и... Лерт сразу понимает, что из себя эти предметы представляют. И вот, можете посмотреть. Ну ладно. Ничего. Хорошо. Кто будет разбирать тогда, кому? Ну, обычайный, это кто, Басар?
Я-то хочу, но я сейчас проверю, смогу ли я ее носить. Ну, она медиум. Там подписано, считается как лайт. Она считается как легкая и для профессии, но вообще-то я файтер, так что мне это не проблема. А явное наследство будет? Нет. У меня сейчас... У меня сейчас 17 лопасти. Так что у меня главное ограничение это вес. Я вот пытаюсь понять, не будет ли мне происходить лучше не подобно на это, Я лучше сниму лазер и возьму сильный чейн, с вашего позволения. Мне оно очень удобно. Да, конечно. Хорошо. Так, вот я сейчас пытаюсь понять, что лучше использовать 2 и 2 или подобно и мунбой. Так, а у нас, кстати, этот, у нас Лерд, он снесил войску, Перекидывать куда предметы? Просто в лут? Да, в инвентарь себе перетаскивай. Нет, я имею в виду в общий лут, что... Вообще-то у вас за общий лут, он у вас никак по весу не... Сейчас вы на себе точно таскаете. Вы не забывайте об этом. У нас есть вроде как сумки с расширенным пространством. А вы уверены? Я нет. У меня есть одна. Правда, она забита почти полностью, но она есть. Хэнни-Херсак, я имею в виду. Ну, слушай, я не думаю, что брестплейт или Хэнни-Херсак, честно. Я хочу свою старую лазер-арму скинуть 15-фунтовую. Ладно. Кому ее передать пока что? Да выкинь ее просто, потом подберем. Если она не имеет... Плюс один. Я ее пока положу в оружейку. Хорошо. Крыс, если... Да, если ты не можешь решить, то этот Бримстон заберет плюс 2 брестплейт, потому что у меня плюс 1 брестплейт. Хорошо, забирай. Я бы забрал лук, потому что у меня просто рука, а тут там рука бутылая смотрит. Крыс, погоди, сиди. Да. Я тебе пишу. Окей. Стрелу, верно, Human Slayer, басар возьмёт, но не стрелы плюс 50. То есть хуй, плюс 1. Они на продажу. Так, ладно, хорошо. Кто возьмет вторую отмычку? Так, Лер, ты не отсилы? Нет. Он на раку. Это раку отсилы? Там 12. Но это больше чем басара. Это неплохо, бери это. Я думаю, могу я взять у меня 14. Ну возьму ты. Я бы взял в руках голову. Никто не против? Там лук. У меня есть, просто у меня без бонусов на силу. Это лучше. Я же говорю, бери. Так, ну щит у меня получше. Мне кажется, есть смысл взять Виторию. У Виторию есть радиация. Ну да. Кстати, он почему-то не удалил, если не закупает. Потому что нужно... А ты как, через Гейт передавал? Нет. А надо через Гейт. Ладно, я понял. Так, то есть я удаляю. Возьмите, пожалуйста, просто дорогие штуки.
скин Лурсворд, он не 15 на базе стоит. Так, ну да, давай, давайте, я возьму тогда. Я тоже. У меня пока еще хватает. У меня, конечно, медиумная нагрузка. Пока еще хватает. Я возьму фейл. Так, у меня где нагрузка третья? Внизу не взял. Сам внизу? Сам внизу? Да. Так, у меня white wall. Ну и если у тебя синенькая полоска медиум, там ничего, пустая серая, значит у тебя легкая нагрузка. У меня медиум. Там вот чуть выше этих строчек написано carry, сколько ты там. Я понял. Ну у меня средняя сейчас. Ну, сейчас. У меня... 0,8 фунта запаса по весу осталось. Короче, я всю эту хрень на себя не завешу, просто медиум. Теперь это середине медиум. Так, скорее. Разбираем это все и движемся дальше. Басар торопливо натянул на себя и закручил из бросил. Свою идущую броню начинает поторапливать остальных. Все, идем. Правда. Я не могу понять, почему они не забрали такие вещи. Возможно, у них были другие планы на этот момент. Тут есть какая-то дверь. Давайте ее проверим. Басар ненадолго выглядывает через бойницы, убеждаясь, что там ничего не случилось. На улице сейчас Лерт Сарнарцо подтянулся. Леди Айрис, не отставайте, пожалуйста. Леди Айрис назад поглядывает. Это дверь открыта. Сортир открыт. Все может быть. Альфа? Альфа отошел. Ага, чува, тогда играем. И без ушел. Ну, нравится играть. Раз они это... Я так понимаю, вы пошли уже в этот следующий комнат. Да. Ну, собственно, да, там по соседству тоже тоже. Ну что ж, эта комната, это на самом деле еще одна оружейная, но для расходников, условно говоря. Да, что здесь вы видите стрелы, там запасные тетивы для луков, собственно, и всякое разное, более простое оружие. То если что-то хотите пополнить, то нет, и я сразу скажу, что здесь этих стрел, которые с холодным железом, нет. А, то есть... Ясно. Я бы сказал даже так, что по их отсутствию, хотя оно, в принципе, логично предположить, что оно должно может быть в цитадели крестоносцев. Возможно, что захватив эти цитадели, просто не хотели... находиться рядом с такими опасными предметами или в случае противостояния дать кому-то подобное оружие. Ну вот да, я думаю, это... Ясно, тогда БСБС пополняет запасы вся в толщине из безразмерной сумки. -6. Ну тогда что ж, возвращаться в общий зал? Да, если, соответственно, у кого-то, если здесь, в принципе, можно добыть, если кому-то нужны там... шевелины, да, какие-то питатели даже и так далее, то, в принципе, здесь можно этим тоже поживиться. Ну, это хорошо. Еще остались там крылья на лестнице. Да. Джевелин это дело хорошее, но я, наверное, их не утянулся для себя. Ну, может, я еще пару-тройку штук возьму. Здесь можно просто записать себе.
На всякий случай. Ну, собственно, отправляемся проверять оставшееся крыло. Ну, оставшуюся часть крыла. Или можем даже уже сразу вернуться в общий зал. Я сомневаюсь, что даже не все. Хотя бы один взгляд сделать. Меза отошел и еще не вернулся. Ну, видимо, да. Будем считать, что сами ходят. Ну, пока да. Ну, это дверь одна. Это... Наверное, я даже скажу, что она открыта. И это склад припасов. Да, что здесь те куча ратных пайков, да, и несколько несколько этих бутылок, да. Даже бочонков, судя по всему, вина или еще чего-то. Блин, что? Магии ничего не светится, спрашивает Масару у Айрис. Да блин, Айрис проверяет, конечно. Нет, это что единственное, что на этом. На бочонков наложено заклинание, которое поможет помогать сохранять продукты. На больше на более долгий срок без испорчивания. Нет, ладно. Ничего интересного у вас нет. Так. Открыты. Что эти двери, они открыты, и они ведут в, собственно, выступающую часть, и здесь видно, что то ли в ходе, ну, наверное, будет предыдущая осада, а эта часть, она несколько пострадала. Да, что явно, что кто-то проломился вот здесь, сквозь стену. Ну, если вы сейчас это вниз пойдете, то увидите следы обрушения. Это были мы, когда мы хуякнули в него из катапульты, наверное. Нет, нет, Это было еще до нас. Да, на самом деле то, что это было до вас, видно потому, что там буквально в камень впечатались такие следы копыт. Причем размером побольше, чем при Маракаре. Красиво. Ну и это явно было очень давно. Так, и когда вы подходите... подходите к двери, вы слышите за ней звуки движения и кажется, даже чей-то голос. Басар прислушивается. Раз голос, то это странно. Я спускаю книгу с цепи. Скидывай руку. Ну, делай жест, подожди. Ну что ж, да, на самом деле, даже так детально прислушаться, можно было просто прислушаться. Там кто-то ходит по комнате, да, причем один раз я даже слышал, как судя по всему, это что-то ходули, и говорит с собой, иногда срываясь на крик, да что... Ты можешь набрать слова, что объяснять, виноваты, не я, и крик, типа «Арр!», да, и потом он смолкает, и человек останавливается и начинает говорить, что «Да-да-да, это хорошо, да, все так и объясню, да». И после чего это начинает хихикать, то ли это смеяться, но так нервно, как будто то ли смех сквозь слезы, то ли смех истерический. Это за вот этой дверью? Да, это за вот этой дверью. Голос женский. Но это не Мура. Нет, это явно не Мура. Женский голос.
побежал. Хорошо, ну тогда Басар пытается эту дверь открыть. Так, дверь, она просто так не открывается, так что она тоже закрыта изнутри. То есть... Так что закрыта изнутри на замок. Не замок, на засов. Тогда Басар стучится. Так. Ну что ж, Басар стучится, да? Да. Вежливо так. Ну, ты слышишь, как шаги приближаются. Это из комнаты, и как кто-то поворачивает засов. Так что заходите, кто бы вы ни были. После приглашения хочется примитивно направить оружие на приглашающего. Ударить удар по руку. Ну, дверь открывается? Ну, я-то очевидно, что кто-то ждёт, что вы пойдёте. Так это какая же это вещь? Да, вот это. Ну, Аркутин заходит. Бримстонский обезьян. В общем, когда Аркуцио заходит, вам всем ударяет в нос запах свежей крови. Кошмар. Плюс перемешанный с характерным запахом небытных и потных тел. Да. На Аркуцио видит, что вот на небольшом свободном пространстве слева. Так, вот, то есть вот это буквально вот здесь лежит дюжина обезглавленных тел. На одной кровати свалены кучу головы, и, скажем так, что умерли, они явно не свои... Ну как, они явно не хотели умирать. Это, и вот прямо перед ним оказывается женщина, это примерно, ну, как минимум, не ниже самого Аркуцио, а то и выше него. Я, кстати, не вижу, какой у него там рост. Да, но там она под это, под 1.90 м. Ну, метр, она же выше, как будто я не написал здесь, но метр восемь с чем-то. Ну вот, это она в украшенной рогами мамонта броне шкур животных. Она... Сейчас, интересно, у меня есть видео арта. Так, ладно, она... Собственно, это... Ты можешь показать нам ее только. Смотрит на Аркуцио, и вот тут освещающие это помещение факела играют на кроватном, окровавленном мече, и запекшаяся кровь на нем, кажется, это... запекшаяся кровь на старе, которая дает фиолетовым цветом, кажется, черной. И ты понимаешь, что... Дефтё у женщины в порядке с головой. Да. Потому что она поднимает в воздух свой меч и кричит, что вот хорошо, и так это вы убили их, они палят от моего меча, но их смерть на ваших руках. Что с тобой стало? Это какие-то амири наркомана. Ее переход во вторую редакцию плохо сказывается. Первая мысль, какой ужасный бросок, я сам внизу. А потом посмотрел на чужой результат. Так, и на всякий случай это. Бафа. А щилдабр еще работает?
частный уровень. Так. Я, кстати, да, хотел спросить, энерджи резист там случайно еще не закончился? А вот резист, а сколько он там длится? 10 минут? Если 10 минут, то вы точно была там с мимиками, с этими... Долго отвлекались. Да, но он на пассаре будет все 7 минут, так что... Я его отдельно накладывала, когда с ними стали. Я хорошо. Вон, так, сейчас, да, пока до меня и дойдет инициатива, я сейчас вернусь. Так, то есть я себе поставлю, что у меня резерв 50 минут? На самом деле, что у нас есть часы, да, так что, скорее всего, у тебя экран 20 минут есть. Его еще нет. А его когда добавили? Когда мы на Маракмарса вначале встретились или сняли резерв с Басарой, я его обновила. Это был бой с Броком. Нет, на тебе еще один резист от электричества был позже наложен. А ну скажем так, что здесь у нас есть таймер, так что вот ЕЗО. Так что... Ну, у меня там почему-то написано, что у меня 50 секунд осталось сразу. У тебя не может быть там написано 50 секунд. Energy resist fire. Или они не связаны, потому что они, по идее, должны считать через это, через... А, стоп. Клетки связаны. Давай 20 минут будем условно считать, и все. То есть вы там, не знаю, довольно долго уже были. Так что... Ну, я не думаю, что может полчаса надо потратить. Ну, Евгений, я думаю, что это что-то там бегаете, какой-то как угорелый, и там, не знаю, за 10 минут все обижали, жили в помещении, то нет. Не за 10, за 20. Так, ну, я торговаться не буду, да, что... Даже если есть там полчаса, то мне тут 40 минут должно быть. Ну, хорошо, поставь 40. Так я тут. Ладно. Ну что ж, это сейчас повторю я. Ну, я так понимаю, я слышал вполне себе все эти боевые выкрики, верно? Да. Хорошо, я тогда, наверное... Сейчас пока вперед ссылаться не буду. Давай пока просто пропущу ход. Пока мне особо делать нечего. Я максимум телефон на длинный хват перехвачу. И все. Ну окей. А, стоп, think in combat. Лефт? Ну, пока на первый вопрос. Чтобы не сильно ходить это хочется. Так, ну что ж. И это... Она орёт, это ее лицо искажается от ярости, это и обрушивает она свой меч на Аркутсу. Да, вот неудивительно, да? Да. Так. Так. Блин.
Так. Public role. Блин, у нее тоже дымательная агрессор. Надо понимать, что это, что Protection from Evil здесь работает, потому что она хорошая. Она мне есть Protection from Evil? Потому что я с тобой стою рядом. В кальце стоишь. Окей. Так, ну а все, у меня сейчас 20. Сам по себе. Сколько Protection from Evil дает? Плюс 1. Плюс 2 на адаптив дефлекшн, потому она не стакается с кольцом. Ну, наверное, она попала первой, или попала второй. Так. Ну что ж. Тогда ловим урон. Ловлю. Что? А что удар? Что удар висит? Да. То есть по 14. А там не мифический что удар? Нет, мифический на Витове. А, окей. Ну, потерял, ну, я пока я ничего пока не записывал, даже что это. Ну, 20, я... 20. Там есть кнопочка Apply Half. Так, вы сами запишите или я запишу? Запиши, пожалуйста, я боюсь, что вижу такую запись. Ты можешь мне Apply, да, месяц, ну и после того, что все 4-7. Да, нажми Apply Half, чтобы мне это вместе метнуть. Нагнал. Так, ну что, мой ход? Так, ну и она отходит на это, на... Хотя нет, это остается на месте. Теперь мой ход? Да, теперь твой ход. За пятифутовый я выявлю сюда. Значит, блин. Значит, да, я сделал в нее стадия таргет. Ну, так, ты сразу понимаешь, что она впала в ярость, ярость, что это варвар берсерк, и выглядит она соответствующе. Так, значит, 5 уровней слоя руны есть, поэтому это будет уже плюс 2. Так, плюс 2 на атаку дома. И, соответственно, ну, у меня по-прежнему рука включена, если он не встал. Ну, я так, в общем, ну, в общем, так. Кстати, а почему? А, вот, двухэндер. В общем, делаю атаку, плюс два попадания, плюс два... Бля. 19. Промазал. А почему у тебя стоит минус 4 за сквизин? А, вспомнил, потому что у тебя броня неправильно один. Это дает минус 4 на атаку? Минус 4. Зачем я сюда номер? Ну, ты сказал, что тебя это устраивает. Нет, я не знал, что там. Там, видимо, про атаку не знал. Да. Так, нет, не попал. По броне это устраивает? Тоже знал, что это пиздец. Нет, но, нет, слушай, если это я могу, потому что это нелогично, могу дать переиграть и надеть брестплейт. Ну давай, потому что что-то я как-то это самое, да. Давай тогда я сниму, то есть я просто с собой буду носить, потом когда-нибудь в следующей жизни я ее подгоню. И прочие интересные вещи сделаю. А сейчас мне пускай Бримстоуна, блин. Нет, мой Бримстоун. Плюс два мы можем взять. Ну давай, потом. Так, эквип. Так, соответственно, ну тогда получается другой интерес. Тогда, например, попал. У тебя сейчас, крыс, у тебя сейчас надето на тебя одновременно бризплейт Бримстоуна и плюс один. Да. Каким-то образом. Ват я не надевал. Ну, вот он у тебя как найти на чистый. Это, видимо, арканы его перетаскивают. Ну, тогда, Альфа, сквизинг, пожалуйста, как его убрать? Ну, сейчас никак я не убрал. Убрал. Так, тогда ситуация другая. У меня отца 22, тогда она не попала.
Потому что у него 23, у меня получается 24. Оно не стакается с дефлекшеном. Тогда попало. Все равно попало. Не перегрел. Так, ну Morningstar тогда получается 21-23. Ровно. 23-19. Да. Пропиши себе танцлера это как баф, чтобы ты его мог одну ходу включать, включать. Ну не прямо сейчас, сейчас пропишу. Так. Ну в общем, что? Микс должен был менять ему, будет вручную минус 2 и 2 и 2. В общем, я делаю ИПГ, я больно. Go to Ray Jail. Так, так, ну. Да, так, что ты её стукнул, но не похоже, что она даже это как-то ощутила. Да, что она так... Ты её немного задел, голова мотнула в сторону, но когда она повернула это окровавленное лицо с немного деформированной челюстью, да, чтобы её глаза была только ярость. Айрис. Так, Айрис вообще не чинит, поэтому ей надо спуститься сначала. Блин, как? Ну и тогда она перекроет дорогу в Торио. Ладно, я пока здесь подойду и тут остановлюсь. Сквозь свои дикмоны. А, то есть можно по глобу? Нельзя останавливаться на тех же клетках, но при этом приходить сквозь них можно быстро сделать, это даже не задерживает. На 30. Да, конечно. Да, тогда как раз я здесь останавливаюсь и... в нее, собственно, запускаю с палочки ракеты. Пиу. Окей. Дертус против этого вроде не работает. Да, это энергии. Да, там нужен другой резист. И вообще форсы хорошие. Brimstone. Так, ну ладно, Brimstone тогда перекатится вокруг... То есть я могу через протиснуться вот по этой клетке? Тут просто сама сетка так наложена, неудобно. Немножко. Так, я не понял вопрос, повторяю. Я хочу пройти вот так вот. Ты портал гребешь? Не гребу. Teamwork fit. Она находится в зоне Аркуцио, поэтому выход из нее обратно не провоцирует. Окей, тогда, да. Я просто думал, что это водоратика. Хорошо, да. И, сами, я пропишу ей в затылок этим софлангом, потому что теперь у нас есть аутфланг. Где он у меня? Подписан. Скажи еще, что его раздаёшь. По-моему, я его раздавал вам. Я по-моему, раздал вам Outflank и вот этот вот Escape Route. Вот, и все. То есть вот Outflank делает там плюс 4 вместо плюс 2, после чего я... Включаю тоже мой precise strike, который это моя... Но я сразу вижу, что... Она иммунная? Ее невозможно блокировать. Сука. Хотя я, наверное, не должен был этого говорить. Да. Ну это так-то вычитать надо было.
Да. Хорошо. Ну, точнее, ничего хорошего, но... Сейчас я проверю, что у меня там... А еще она теперь может один шаг сделать и добраться до АЭС, чтобы ее рубить. Ну, мы этого не допустим. Ладно, я включаю тогда мой этот Piranha Strike, который... самая Power Attack считается, то... и... Сингл Attack по ней. Ну, это было, да, что она практически не глядя на тебя, это увернулась от твоей книги. Это и причем ты понимаешь, что ее глаза зафиксированы как раз на Айрис. Это Аркуцо видит, что ее губы шевелятся в чем-то, что напоминает слово ведьма. Плохо. Да, пасар. Аркут, ты можно? Или ты хочешь сказать? Да, я хотел сказать, что Аркут, поскольку он знаком, я думаю, с этими вещами, он понимает, что это сарпериан. Хорошо. Не факт. Нет, факт. Я объясню, почему. Виторио, прикрой Арис, выкрикивает пасар, скидывая лук и высаживает залп прямо в эту дамочку. Так, действует рапиншот. Есть кавер, полная атака. Первое попало. Погоди, ты там все бонусы прописал бы это в рассказывай. Бросок он полно-бонусовый. Да, он учитывает все мои бонусы. Ну, тогда первое попало. Только первое. Да. И у тебя там... Deadly Aim, героизм, мифический героизм. Стоп, оно кавер не учитывает. Там еще 4 закала не было. Ну вот, да, у меня вопрос, а мифический героизм у тебя так и висит, что ли? Он долго висит? Он висит 70 минут. С момента 20. То есть даже 90 минут? Не, 70 минут. Это родной закон. Что ж, если с кавером, или кавер не учитывается, то и первое не попало. Окей, я тогда на первую потрачу легендарий пауэр с оружием. Кстати, я забыл, мне надо было тоже, наверное, потратить. Тогда попало. Так. Соответственно, это у нас минус. Так как это мини-шоттер, там две атаки. 19 и 21. Это отдельные, они считаются как отдельные атаки. Они считаются как отдельные, но у меня кластер шот, поэтому они суммируются будет вычитание ДР. Окей. Так, это у нас, тогда это всего 40, минус. Окей. Ну, давай. Это что? Конечно, это... Ну, это игра на среднем тире. Игроков появляется легендарный чаш и легендарный суд уже почти закончились. Для оружия. Для русского слайд. Ну да, ну да. Окей. Хорошо. Бум-бум-бум. Ну, собственно, делаю рывок вот сюда. И вспоминаю, что я заявил хват оружия на длинный хват. Да, именно это происходит. Поэтому я просто становлюсь защитную стойку. У нас же есть что-то подобное вроде. Защитная стойка, уклонение. Дают 4 дольки бонус к цепу. Ну да, собственно, оно.
На этом мой ход все. Так, сейчас пролечить себя все-таки. Получил без заполученного урона и достанет вторую палочку. А кого ты лечишь? Себя. Это же этот... Это life transfer или как там его? Щелда сразу вспомнил. Надо будет потом попробовать сделать какого-нибудь Родина, как они там работали, я вроде хорошо я слышал. Так. Ну что ж, она... Так, соответственно, она... Так, это у нас... Кстати, а тот дефенс, он у нас работает на этот. Все бонусы КЦ добавляются и к КМД тоже, в том числе доли бонус КЦ. Так, у Аркуцо это, соответственно, 25. Нет, тогда у нее это не вышло. По ней можно пробить атаку в ботюнике, потому что она пыталась прорваться через Виторио, КТК Айрис. Соответственно, все, кто могут, могут пробить. Я могу. А, стой, сейчас, погоди, только... Ну, только Аркоц... Нет, по-моему, только Виторио это можно сделать. Почему вдруг? А Виторию вообще не могу. Виторию она еще не может пробить, потому что у меня длинный хват. Она вне моей досягаемости. А, ну я тогда не может, тогда... Тогда никто не может. Нет, тогда только, соответственно, Римстоун стоит. Ну я пробил. Да. Кстати, блин, я забыл включить баф. Я его сделал, забыл. Блядь. Там просто еще чуть-чуть баф. Ладно, и она атакует с павером. Что получается? Это того, кто встал на ее пути. Да. Кто встал на ее пути? Я и... На ее пути встал. Ну что же остается? Сейчас я включу баф. Свой арстадия таргет, посмотрим, правильно ли я это сделал. Ну и в общем-то то же самое, ручным хватом Morningstar продолжаю ее долбасить, теперь это уже будет повар. В смысле, фото. Ну-ка. Да, сразу. Да, действительно. Ну, как раз про затопор сидит. Нормально. Ну, это... Она при последнем издыхании.
А за что? За счет еще 4 ТБ. В смысле плюс 4? Я обе. Таггер. Он уже прописан в клоне. Я же сказал, Эджи сказал, что прописал баф. Я сказал, да. Ну, я. Ну. Самое главное, чтобы госпожа Джестрак была рада, потому что это может спасти ее на следующем раунде. Ход Айрис? Да, ход Айрис. Айрис еще раз поднимает вашу палочку, может зарядить в нее ракеты. Может сэкономить заряды? Успевает сказать Насар. Я экономлю свои энергии и заряды. В общем, Айрис не садится. А, это все или нет? Да, это все. Снаряды это врезают в нее, и она падает на землю бездыханной. Ну, видимо, она не зря посылалась. Да. Ее предрассудки были оправданы. Да, да. No. А почему она выливала на лунгу 8-8? Так, Альф тут? Да, что? Ты меня, ты заставишь меня кидать на шлопу? Знание, знание, родители, местные. Я думаю, да. Окей. Так что... Потому что Данто делает то, что ты знаешь, другое дело, что это знает. Ну, в целом, если считали, да, то можешь понять, да, что... Ну, Аркуцио говорит, что саркарианцы ненавидят магов любых. Поэтому она и так сагрилась на Айрис. Собственно говоря, если вы читали исторические книжки, то вы знаете, что это Виктория, спасибо большое, что прикрыл меня от нее. Ты сумасшедший. Это было очень хорошее решение, соглашается Басар, заходя внутрь. Но, скажем так, первый раз я уже научился своих ошибках и понял, что лишний раз вам вперед выходить не стоит. С содроганием. Керри, ты сейчас пропал, я не понял. Кто? Ты пропал, я не понял, не слышал. У тебя звук пропал. Повтори, пожалуйста. Я сказал, что Басар заходит в комнату и с содроганием смотрит на эти тела. Боги, она была абсолютно безумна. Бримстон старается абстрагироваться от окружения. Так, Альфа, ты вот скажи, Эджелата, они вообще чьи? Не понял, может, говорю, нет? На кого они похожи? На местных? На культистов? Да, теперь, когда у вас появляется возможность смотреть, то вы замечаете, понимаете, такую штуку, что, во-первых, да, это местные, да, что у них у всех есть символика. Кистов. Во-вторых, не похоже, чтобы это были какие-то именно вот передовые солдаты. Да, что если кинете Knowledge Engineering, там, когда что-нибудь там связанное с войной, если есть какие-то Knowledge, да, Engineering, да, наверное, можно кинуть еще хил. Не тренированный пойдет. Да, у меня не тренированный пойдет. Ничего из этого нету. Я скажу, что при осмотре это что Басара и Али замечают, что вот у них на руках мозоли есть, но они характерны не для того, чтобы именно для тех, кто держит оружие, да? Рядовой белый.
Да, то есть они, да, что они больше похожи на что-то, что они... это немного напоминает вам мозоли, которые были бы на руках у моряков. Так что похоже, что они... Похоже, что они? Альфа Прокорко. Да, но отвечали за какую-то сложную технику. Похоже, что они были моряков. Но похоже, что они как-то моряков, или я так понял, отвечали за что-то вроде. За основные руки отвечали. Да, скорее всего. Раз канаты не работали. И раз Альфа пропал, то я отойду буквально на минутку. Как отвратительно. Неужели они есть свои, чтобы она с ними развлекалась? Ну, так, алло, меня слышно? Да, теперь, да. Я думаю, это просто скорее практика наказания за невыполнение. Наверное, либо, скажем так, они изжили свою полезность. Аркутсо говорит... Я думаю, она просто потеряла свой разум, из-за отчаяния, сражения. Просто заинтересовать товарищей. Ну, смерть Кирилл. Так, а вот теперь вопрос. Через Кирилл сделать так, чтобы... По идее, у вас сейчас должен быть доступ к чайнику, так да, я вижу. Варвар. У нее 30 золотых. Неопознанный грецворд, который мы уже знаем с этим антиносерсатин. Что такое порно в барсе плюс 5? Разве различаются? Ну вообще да. Так, а продукты же вы не должны их же на это увидеть, потому что все они неопознанные. Окей. Да. Этот... Ну, вообще, да, Виторио скажет, двуручный меч, это безумная женщина, мне кажется, тебе бы отлично подошел Аркуцу. Ну, Аркуцу так... Пример. Арсенал. Да, Аркуцу уже коллекция. Это арсенал, но, кстати, двуручного у меня нет. Только МВК плей. Так, давайте тогда кидайте на скиллкрафты. Сколько раз надо кинуть? 4. Я здесь. Айрис все познала. Теперь у вас есть даже барскин плюс 5. Так, ну я заберу этого кинула, хотя он не поздно. Привет, нам нужно смотреть. Теперь поздно. Так, ну он нам все, я познал их всех. А, там вот эти токены найдены, токены безвестные, я понял. Токены ножок, я собираю. Хай это обычный. Все это там. Хайт плюс 2. Блин, я нашел гифт за мантинутирует, хотя мне добавили. Мы перед этим зашли в пещерник, а сейчас оно выглядит как инвентарь. Почему-то не были никогда пещерники. А сейчас я вообще не вижу, где это. С вашего позволения, Ева не выделили лечение. Так, ну короче, я удаляю этот мантинутирует, если он взял, хорошо, Альфа? Да, хорошо. Ну, броня не особо нужна. Так, давайте посмотрим, есть ли у меня что-то на... Погоди, а броня какая еще раз? Айс плюс 2. Я бы взял Баркскин, потому что у меня пока нет этого бонуса, называется. Бери. И деньги просто броня, скорее всего, вероятно, мне бы пригодилось. Убери, конечно. Кто ж не дает. Хаотная злая, ну, может, уже идет.
Альфа, можешь мне броньку перекинуть, пожалуйста, потому что я этот чарник смутал, у меня не отображается почему-то. Перекину. Ага. Ну, не надо так делать. Если... Ладно, извини, я больше... Нет, я про то, что это, что если какой-то вопрос или просьба идет мастеру, не надо попрек дороги. Да, я уже не хочу этот вопрос еще раз поднимать. О! А мне, кстати, прям нормально. Прости, пожалуйста. Ну и прекрасно. Меня... Нас... Дырёв, варварский плохмутик. Заляпанный кровью. Да, да. Ну, немножко почище. Слушай, Брэдстоун, да. Это... Я тебе понял, может, мы поменяем себе? Мне платье с один. Или тебе прям Хорошо. Это, конечно, с минус 4 атаку, это ровно. Очень смешно. Больше того, что минус 4 на атаку, а не на атаку было. Да. Пока она переодевается, Басар будет проверить обе двери. Вспомнил этот мем про то, что находят свиток, а там написано, и вот это вот Басай открывает дверь, а там свиток, и написано «Нуры нет». В одном углу Басар находит уборную, потому что похоже, что это были бараки. И... Так... Ну нет, это и втором просто какой-то этот шкаф, это с. Ну и шкаф, это вообще не царишный. Славян шкаф. Я помню, было какое-то что-то не птимица обзор, но это называется на вашем трейлере. Там у него в качестве заголовка статьи про камеру. Этот, короче, заголовок, то, что громким криком киса воробьянина подал сигнал, что он наткнулся в темноте на острого шкафа. Ну да, было такое. Налетел на тилка рай в шкаф. Так, сейчас у нас только одно помещение не исследовало, разнесемись. Ну да, то есть я... Я почему туда заказываю, но слава туда не знаю, на вас на вокруг, на 7 сильных. Ну, жить, у нас же тут есть двери, там есть двери. Ну, на самом деле, вот двери, которые вот здесь, можно без особо труда понять, что есть помещения, которые идут туда, где мы уже были. Ну да, да, осталось. А вот эти, они почему ведут на это, на укрепление, но в текущий момент они закрыты, и их надо ломать. Если бы мы нашли целый схрон этого одинового оружия. Понятно. Карнат. Это странно. Я говорю, я говорю, что надо проверить, потому что реально так что я вот эту дверь ломаю. Дверь ломается. Найдите за 10 лестниц, которая ведет наверх. Лучше не подниматься. Давай. До пролёта первого. Дальше наверх.
Ну, давай, пройди до этого пролета. Дверь перед тобой. Открываю. Ну, и собственно, видишь то, что ожидал увидеть. Да, что здесь это, как видишь, катапульта, баллисты. Ну, несколько этих... Это несколько трупов, которые были убиты это стрелками. С стрелами. Но как бы никого же не было. Можно пополнить запасы этих стрел для баллист. Аркутсо говорит, что кажется, я понял, что здесь произошло. Видимо, команда этой баллисты паниковала и побежала вниз, где толкнулась на варвара, который убил людей трусы. Вполне вероятно. Но тем временем нам кажется, пора снова возвращаться. Да. Только перед тем, как мы уйдем, Аркутсо вернется к телу убитой варварши, значит, пробормочет короткую молитву и скажет, что проси сестра, что они смогли спасти тебя, но однажды Саркори снова станет нашим. Ну, тело варварши, это... Как? Ну... Да, что, возможно, ситуация обернулась бы и по-другому, но и она не оставила вам выбора, и вы не оставили ей. Так. Так. Что ж, я понимаю, вы возвращаетесь, или вы будете пытаться открыть вот эти двери? Потому что я вижу, что Виктория ушел к практически часовне, а остальные еще... Да как меня задолбала вот эта вот хрень, когда я на бок уходить? Я бы открыл это, на самом деле. Потому что, ну правда, я не знаю. Вдруг там Бребурак сидит, который нам кто-то выйдет. Это не фонтан. И пиво с чем-то жрут. Нет, после очередной серии ударов, да, что это еще одна вот караулка. Да, что тоже оставленное, это и ничего такого реально полезного тут нет. Можно запереть его сразу. Так, ну то есть, понятно, что хорошо. А, значит, скорее всего, вот эта дверь тогда ведет она. Ну вот, оно вот дальше можно открыть спокойно, хотя никто не закрыто. Да, и вот это тоже угловое помещение. Да, здесь похоже, это было что-то вроде бы столовой. Это если ты выйдешь через вот эту дверь, то сверху увидишь место, где вы уже были. То есть вот этот коридор, он ведет. Я не знаю, к сожалению, даже что я. Подождите, а это не это мужик? Это не фантастический дрон? Что? Это. Что это? Это. Нет, Крис, это не фантастический дрон. Это фаундри? Это фаундри. Блин. Если бы это был фэнтези граунд, у тебя бы был активный аккаунт Steam. Мы бы через Steam играли. Окей. Ладно. Так, ладно, базар, выйдя из двери, ты понимаешь, что в этом коридоре вы уже были. И, кстати, замечает интересную штуку. Я не помню, по-моему, только ее еще Аркутсо увидел, потому что именно он с этой стороны был. Что здесь вот эта дверь, она как будто бы запаяна этим заклинанием, которое что-то делало с камнем. Теперь у нас есть инструменты, чтобы отомстить за это. Это специально, чтобы туда прошли и оказались в ловушке, сквозь якобы открытый круг. Керри, ты меня рыбовой. Да нет, нормально, вроде бы. Так, Крис тоже немного. Ну, что у тебя уже только? У меня очень сильно тормозит этот Foundry. Настолько, что не могу нормально управлять своим токеном.
Ну, это просто, скорее всего, из-за размеров карты, то, что много источников света. Нет. Через Дискорд я вас слышу отлично. Это Фаундри именно делают хуй. Через минуту. Странно, потому что, ну, слушай, возможно, это из-за радмина. Да, что... Либо просто какие-то проблемы с интернетом. То есть, ну... Собственно, Виктория предлагает, отправиться к северному проходу. У меня такой вопрос. Если Басар быстро пробежится вдоль всех дверей и пощупает, есть хоть одна открытая? Имеется в виду пощупать двери, ведущие на север или на запад? Они закрыты. Так что... Они закрыты, но если ты вообще будешь обмекать, то, может быть, тебе найдешь и открытые, то есть маленькие. Ну, вопрос где ты бегаешь. По правилу левой руки. Идея в том, что если Нуру куда-то забрали, то, возможно, за ней двери не закрыли. Это ему пришло в голову только сейчас. Ну, возможно. Так, ну, значит, слева... Значит, дверь в частью большая закрыта. Увидел, что там есть пролом. Вот это вот что ли? Как меня здесь сейчас сделать? Кошмар. Куда так, сюда? Все сейчас по большей части в зале, где вы сражались с пролоком. Так, нет, большие двери, они вот такие явно закрыты. А вот эта дверь? А вот эта дверь открыта, но как бы сказать, что следов того, что через нее кого-то тащили. А что, понимаешь, такая штука, что если они будут тащить и закрывать двери, то, наверное, двери будут открытыми, а открытых дверей нет. Логично. Так, ну так, вот вы вспоминаете, что вот сверху, вот эти двери, которые ведут, в которые как раз собирался пойти Викторио, там типа офицерского двора, что где собирались офицеры, тренировались и так далее. Но судя по тому, что большая часть помещения здесь покрыта обломками, там тоже ничего в порядке. Да, я бы сказал, что даже вот дверь, которая справа, ее так хорошо перекосила. А двери, которые слева, ой, западное крыло, это там спуск вниз, да? Северо-запад. Да, на северо-западном крыле спуск вниз, то есть если вы пойдете спустите двери, да, то вы будете двигаться, в принципе... То есть, ну где-то в теории это тут или тут. А просто на западе у нас что? Просто на западе мы были уже вот алтарь, галереи. Я перепутал, пардон, про восток. Да, то есть как бы вот там то, что написано, там и есть. Если пойдете на север, то вы сможете пройти очередного участка с бойницами и подняться наверх. То есть вот там, где вот помните, на этой карте были такие такие. Когда вдруг обходили узкие помещения, типа круглые, да, вот туда вы сможете подняться, если прямо на север пойдете. Если на северо-запад, то вы идете к спуску вниз. Да. Но предлагаете на север, я так понимаю, вот эта дверь, она более целая выглядит? Да. Ну как, ее проще будет открыть, так, например, если Аркутово было мыто, которая дверь другая, которая привалена камнями, там не факт, что... В общем, ее гораздо сильнее придется разламывать. Ну я понял, та дверь типа уже поломана, забаррикадирована, то есть, по сути, завалена.
То есть, если там проходить, это займет очень много времени. Да. А вот эта дверь, она более целая. Ну, пытаемся, да, собственно, за ворота пытаюсь. Вместе как-то навалились, попытались открыть эту дверь. Все, кидай. Нет, Даша, у вас это вместе, когда вы наваливаетесь. Двери со скрипом начинает отворяться, и как вы, в принципе, могли уже привыкнуть в этом проклятом месте. А это что, как только вы открываете, что какая-то вам воздух ударяет эта демоническая боль. Может, я оставлю заклинание от огня? Или уже после этого? Можно еще, потому что вы еще не вошли. Кстати, тогда еще Питорию, то Питорию это вот так. Когда вы открываете дверь, вы слышите какое-то тяжелое дыхание. Так что ей кажется, что за вот колоннами в этом зале, прям, кстати, довольно такой высокий зал, там 30-футовые колонны. Что за колоннами какие-то гигантские контуры, которые и какие-то багровые проблески. Так, Айрис делает знак, подождите, наверное, шепотом и хочет наложить заклинание. Опять же. Ну, если вы, если Виктория Сорбус не ловится вперед. Ну, это надо спрашивать. Ну, вот Виторио задерживается. Да. Виторио, конечно, может что-то пошутить про то, что желание дамы закон. Да. Ну, в общем, тогда я за накладываю заклинание защиты от огня на Басара, не ради того, что он висит на нем длительно. То есть получается у нас 90 минут. Нужно разделить между пятерых. 14 или по 15. Да, нужно 10 минутными кусками. Потому у пятерых 20 минут, у одного... у четверых 20 минут, у одного 10. Ну, тогда 20 на всех, кроме меня. Ну, пожертвование. Бастер, тебе не обцелится из лука в эти странные тени за колоннами. Но они не реагируют на громкий каст. Когда этот громкий каст раздается, то, пожалуйста, инициативу. Я сейчас это вас добавлю в бой. А, кстати, вы сами себя будете добавлять, можете? Да. Да. Как? Я очень добавлю. Точно, как во втором посмотрим. Я не знаю, как это было. Щелкаешь на свою эту иконку, и у тебя вверх в нижнем правом углу знак этих меча со щитом. Toggle Combat State. Вот. И когда это... Когда вы этот... Слышите каст, так что вы видите, это из-за углов выходят это гигантские существа, огромные существа с тучными головами и кратами покрыты багровыми прожилками кожей, и покачивают это огромными топорами и издают оглушающий рев. Причем это тогда доносится не только из тех, которые вы видите, но и откуда-то еще из этой комнаты. Красавчики. Я их помню. Как мои ученики их хорошо разбирали в гневе. Мои ученицы. И Лерт. А почему мы не видим, когда уже инициатива? Они не были невидимы. Странно. Ну, видимо, что это там я за ним просто когда-нибудь спрятан, и я не прячу результатив в такой ситуации. У трёх одинаковых, у одного четыре. Так и должно быть? Да.
Вполне может быть. Слушай, абсолютно случайно просто указать, не этот, не... Будет в атаке. Будем надеяться, что не потратили свой запас удачи на это. Раз тут их многовато. Так, начнем с старенького. Блесс активирован. Не понял, секунду. А, блин, я вот сейчас что-то испугался, потому что есть Фаэнди Минотавры, есть Халфинд Минотавры. Просто что ты положил нам послабее которых? Ну, Фаэнди это темплейт, а Халфинд это бед. Это тоже темплейт, но, мягко говоря, там побольше человеческой крови. Блин. Ладно, это конечно. Кажется, я... Блин, я, конечно, молодец. Ты что, их перепутал, что ли? Да. Так. Ну, через компенсию... Нет, я перепутал, вашу дело. Так, ну ладно, пока я думаю, сообщать об этом было не обязательно. Нет, я понимаю, просто это... Я прошу прощения. Ну все, окей. В общем, сцена, когда этот демоничный Минотавр поднимает воздух и по воздуху таранит. Это сразу же в двери, ведь я, к сожалению, приобщаю. Так, ну ладно, давайте. Так, Лерт, благословил вас. И с благословением у нас будет сам Виталион. Но... попробуем тогда сейчас собственно, провернуть. Один трюк. Ну, конечно. Мы начинаем. Все может быть. Виктория делает несколько шагов вперед. Да, если что, у меня глифа на длин. Хватит. Ага. Так, я просто на всякий случай скажу, что... А вот это, именно вот этот кусок, да? Это difficult terrain? Да, это будет считаться difficult terrain. Так, и сколько получается? То есть там, где вы именно стоите, вот там, где этого отметки нет, это просто террейн, а вот именно там difficult. Ага. Хорошо. Не-не-не-не, все нормально. Но получается, я-то куда-то вот сюда могу пройти, верно? Понимаю свою скорость. Нет, но здесь у тебя нормальный террейн. Окей. То есть difficult только там, где я отмерен. Но это, условно говоря, так можно, не затрудняет решение. Ну, собственно, Виктория будет, наверное, играть своего рода Рутадора. Конечно, не совсем андоранское развлечение, но делаю рывок вперед на вот этого товарища тогда смайт. Собственно, он зажигает свою глифу.
И, собственно, ухожу в Total Defense. Выставляясь вперед, я не провоцирую на себя. Ну окей, окей. Да что... И похоже, что для этой провокации даже работает, потому что они это... Ну как бы в точку, ты понимаешь, что несколько дней просят руки, да, сразу же. Так, Айрис. Я думаю, их остану, потом мне понадобится. Человек больше не нравится, как выглядит. Эти нехорошие твари. Но тут небольшая проблема с радиусом. А что, у меня 40 футов в территорию добью? Так, проблема в том, что хостан накладывается на существ между самыми дальними, из которых не должно быть более 40 футов. То есть ты можешь накладывать на территорию, или не накладывать на территорию, но зато заложить на всех остальных. Я могу подойти вперед, и тогда, если бы тогда между мной и Бримстоном, и Викторию будет. Если что, Викторию может тебе морально кивнуть, можешь делать на всех остальных. Ну ладно, я. Для тебя хоста нужнее. Для смайта хоста нужнее. Он убьет его. Я пока только отвлекаю. Ну ладно. Айрис делает знак Бримстоуну, типа подойти вперед и делает знак Бримстоуну. Мы тогда так и делаем. Бери, пожалуйста, не надо, не делай этого. Я делал. Ты делаешь. Ну, комплимент девушке. Не надо себя вести как этот гидкипер, который, понимаешь, молчает. Надо играть. Так, у меня скорость 20, поэтому я двигаюсь на 20. И сейчас посмотрю, у меня... Я думаю, что я тоже сделаю пока этот Total Defense. На минутку, пока все это все суд до дела идет, потому что заклинание не резиновое. Так, да. И теперь как раз Айрис. Айрис тогда делает шаг. Да, это двигайся же. Вот. Теперь между нами есть 3 футов между Виторией и Саром, так, да? Ну тогда получается вкладываю хосту на всех, кроме Лернера. Обычно. Так, ну и чё, я нажала на неё. Она появилась, нет? Нет. Чёрт, сейчас. Прилетело 2. Но можешь, одну удалить. Главное, чтобы на выставку не потратить. Так, ладно. Так. Я удалил. Одну. Так. Что ж, и ход кинотавров. Пропишите себе там хосту пока. Так. Это обычный или не фиг? Обычно. Okay. Так, чардж. Так, а стоп, это он. Так, сейчас. Секунду. Всё правильно. И это у нас будет атака Power. Собственно, атака. Так, у них интересно, что это дает. Я, наверное, прописывал.
Адхер харизм бонус. Гейнгемер бонус. Хиддайс. Ох, ох, итак, сейчас он у нас плюс 2 дает. Да. Это он пытается бабр атак, основная атака, смайт игл. Смайт будет. 20 даже не пробивает. 26. Стопл дефанс. И еще. Так. Следующий. Тоже чаржует. Так, и с теми же условиями, на самом деле. Так. Powerful charge. Партию я потратил, собственно, когда он будет бросаться вперед, я буду... тратите партию Типери репост. Ага. На провал. И второй момент, я что-то забыл, я же сказал, что я же длинный хват взял для того, чтобы апорту удалось. Ты не можешь бить апорты, находясь в тотал дефенсе. Разве? Ну, видимо, да. Да, да, что... Ну, ладно, ну, тогда второй чарш просто по мне пом не проходит. Так, а на тебе, по-моему, этот... мифического героизма нету? Мифического... У меня щит азер и тотал дефенс 27. Получается. Блин, ну ты включил щит Эвер тогда себе. Ну, я, то правда, я не понял, почему у меня 23. Сейчас. Бейс 10, баф нимбл. А, ба 1 за хейст. Я извиняюсь, не за лощалку, зато за хейст 23 суммарно. И... собственно, Total Defense плюс 4, 27. Ну, даже с Total Defense второй как бы чардж меня пробивает. Так, соответственно... А у тебя дефлект бонус плюс 1 еще? Да, но у меня, меня куча дефлектов. У меня дефлект за то и дефлект за еще что-то. У меня дефлект за свой нимбл 1 и дефлект еще за артфул дефенс. Ну ладно, ну, соответственно, это у нас получается, что 14. Так, так. Керри, я все посчитал, все проходит. Даже со всеми бонусами. Окей, 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 окей. Значит, получается, что у нас 15 урона получает Виктория и 14 Электри. Ну и... ну, ну, короче, как там этот мифик шедевр работает, а вот там. Так и распределяется. Там, по-моему, мифик он еще что-то внушает. Минус тир от передавая волну. Окей. Сделано? Сделано. Так. Этот демонический минотавр. Это отходит. Так, этот. А это и сейчас ходит. Так, сейчас. Так. А, нет, я, по-моему, их не переплю. И кастует этот. Такую штуку на это, да, на Викторию. You cannot hold power, smite magic. Spell did 8 damage to caster level. Так, спас бросок боли с меня, я так понимаю, верно? Да, да. Ох, ёхать воробушки. Ну, давай посмотрим. Слушай, у тебя Сион of Humanity взят?
Судя по тому, что я не помню, вряд ли. Так, просто если вдруг аутсайдер. Такой вопрос, а гуд аутсайдер имеется в виду гуд как субтайп или гуд как мировоззрение? Да нет, все, я провалил, так что я получаю полную охапку, так что... Не, ну это разница между 5D8 и 10D6. По-моему, у него, если аура у него есть, у него есть видов аура, то один. Ну, как бы да. Ну, давай, что это? Раз он звучит, значит, он будет кричать. Обычно это так работает. Ну, тут... Нет, ну это по положению денег кричит, а... Не, ну, это как эти азимары, они нативные аутсайдеры, но у них нету субтайпа хорошего, то есть они хорошие, как этот, просто как алаймент. Но он поводит. Ну, окей, я получаю полную охапку, мне кажется, это как бы тука стрелая. То есть этот, он считается как хороший кричер. Под определение good feature Виктория все-таки попадает. Да. Good feature 100%. Вот мы сейчас начинаем. Давайте я сейчас решу. Да, потому что не надо сейчас заниматься этим объяснением. Дальше. Итак. Я писал, что это там должно быть с большой буквы гуд аутсайдер. Поэтому, так как он не является субтипом гуд, даже ты включаешь всего лишь 3D8. Так, потому что я же Ну вообще у меня почему-то тег аутсайдер есть. Ты нативный аутсайдер. Нет, нативный аутсайдер, там есть и аутсайдер, и гудовый аутсайдер, как отдельный класс. То есть если я был 100% дистиллированным ангелом, я бы получил полную охапку. Ты не дистиллированный ангел, поэтому ты просто еще на 1-4 раунда сикен. Ай. Блять. А что это вновь скатился? Да, это я просто тут неправильно ставлю. Так, давай поехали еще 10 урона, да? Да. Точно. Да, 5 урона. И сикнет. Я так понимаю. Где у нас? Так, и теперь ходер консул, наконец-то. Так, альфа. У меня тебе вопрос. Я чуть как-то не успел за тебя поднять. Можно мне оружие считать по типу, что я поменял меня в обои? Хорошо. То есть создай, я достаю щиты, и я думаю, это разгнит борт. Вот так. Ну типа, когда я услышал шум, если это... Ну ладно, хорошо. Я просто сразу что-то сказал. Просто с твоим арсеналом, конечно, это надо выставлять. Ну да, я постараюсь. То, что бывает, просто все говорили, я забыл. Так, хороший вопрос. Я могу зачаривать этого? 10 футов есть. Ну если 10 футов, то, блядь, чарш, я помню, там... Да, минимум 10. Ну вот, тогда. Ну, собственно говоря, хорошо, чарш. А, кстати, а у тебя такой вопрос. Если у него, условно говоря, 10 футовый, то
не получает ли он апартмент во время чарджа? Возможно. Okay. Аркусо должен получить апартмент, но так как у Бримстоуна есть Escape Room, то он не получает, потому что это полностью безопасная зона рядом с союзником. А, то есть союзник не должен быть аджастен к этому, к атакующему. Окей, хорошо. Клетки рядом с союзником считаются безопасными. Теперь я не отключил стадия таргета, поэтому там 31 и 13. Но все равно попал и... Этот, 15 минус... Сколько? Минус 2. Да, 13 минус. Рубанул. И не забывай про меча. Ну, здесь есть... А. Не задокументированный. А, хорошо. Так, ну, они как бы это... Хорошо. Так, и Басар. Басар делает пятифутовый шаг, закрывая свой арес. Немножечко ругается на... чертыхается, видя, что нету свободного выстрела ни по кому. Целится в стоящего прямо перед аркутом Минотавра. И дает залп звука. Со всеми модификаторами. Он не считает своим центром, да? Так, не, потому что это нативный молот центр. То есть он не бил аутсайд, если ты играешь в аутсайд. То есть ты не работаешь. Да, то есть это... Так. Так, первый... Это первое попало. Так, а у тебя, соответственно, все это плюс один, то есть это и стрелы считаются плюс один, так? Плюс два. Оно прибывает DR Magic, но никакую, но не DR Magic и Cold Iron, потому что стрелы Cold Iron. Так. Ну, в принципе, ты можешь с этой, со второй атаки ты убил его, можешь хосту направить кого-то другого. В того, который перед Аркусом получается, чтобы не получить еще какие модификаторы. Сначала я бил того, который перед Аркусом, потом того, который перед Аркусом. Да, окей. Так, а Ракашот, это что у нас? Просто один атака. Что? Тоже еще одна атака. Так, окей. Ну что ж. Надо будет минус один. Минус четыре заказа. Я, по-моему, одна в атаку. Так, я, видимо, ими неправильно в порядке подходил. Так ли? На самом деле, вот этот он должен был это выйти и скастовать в... Ну, я думаю, что это тоже в Дриторию, еще один Акмур Блайт. Дриторию, пожалуйста, еще раз сейф. Ну, прошел, соответственно, это получается только половина миллиона. То есть это того 3. Нет, это всего 12, это тебе 6 и... А, окей. И один лерту. Один лерту. Нет, там всего 12 урона.
Это уже 12, пополам 6. А, ну пополам 6, да, тогда. Так, так. Пополам 6. Так, ладно, дайте мне вперёд. Лерт, да? Да, да. Yes. Брать вперед и как все-таки тебя довольно хорошо пробили. Следующим уже, наверное, Витория будет. Это все, да? Угу. Так, Капитолио. Так, я насколько посмотрел, я просто пока штраф получаю минус 2 за сигнат без этого. Этот Минотавр, я так понял, закончился, и этот еще живой. Да? Все верно. Но он такой уже после пары стрел от Басара, он уже живой, но на последнем издыхании. Кстати, вот интересно, и почтите сделать, как это как в Pathfinder, что Перили, это Wounded и так далее. Ну это должна работать этот Health Estimate, ведь модуль. Как называется? Health Estimate. Окей, надо будет добавить. Ну, вчера это работало. В таком случае фулл-раундовая атака летит в эту раннюю Минотавра. Давай. Так, у меня хаста. Так, ролл минус 2. Как все очень плохо. Последнего рубрика хватает. Да, потому что первые две кошельки позорно промазали, но хаста спасла. Да, отлично. Я себе, наверное, тогда один по нашему остановлю. Я думаю, у него больше трех хитрисов. Да, больше. Примстон? А погоди, мне... Это фулл-раунд с хастой, да? Перемещаться я никуда не могу, все. Ну, что, Бримстону больше ничего делать ему нечего. Ему только надо подойти и следовать потом за... Ты можешь отойти назад, желание. Я скорее тогда остановлюсь вот здесь и продолжу делать full defense. Total defense. Окей. Айрис. Два Минотавра закончили, что Айрис тогда из палочки третьего заряда, которого тут прямо напротив, который стоит у стенки. Они, конечно, быстро качают, но достаточно. Все равно. Так, Комбат, тебе нужно пробить с белой резистой. Потому что он ее есть. Сейчас. Блин, тихо. И ты кидаешь кастер-левел палочки, а нет, всего собственно. Так, а кастер-левел палочки там трехразовые, по-моему, три. Нет, три. А, да, три. То есть... Нет, ну у этой палочки пятый. Одна ракета, плюс одна за два за два. Ну ладно, пятый, да. Хорошо, хорошо. Кстати,
Кстати, а эти идут бонусы от способности Айдис? Нет, для этого нужен фит. Я правильно кинула? Ну, совсем, но так или иначе на чистых губах пробиваешь. Да, что все, все ему прилетает. Так, что-то еще? Нет, мне тут хорошо. Окей. Так. Этот. Это у нас вот этот. Ну что ему? Да, он Минотавр, он наклоняет рога вперед и с разбегу бежит на это. На. Атаковать Викторио. И вот сейчас тут я этот Викторио уже можно атаковать. Да. Ну нет, он не попадает, а вот Викторио по нему как раз успешно пробивает. Так. И этот теперь. Так. Он повторяет маневр. У Викторио есть еще одна порта. Да. Да. А также на нем висит смайт. Который... Который я повесил в начале боя. Так. Минус 2 плюс 4, это получается 2. Дамедж бонус. 6. Ой. Ну да. Ну, против вы так-то у вас. Ну ты его не А, weapon damage roll. Еще, блин. Извиняюсь, я не увидел. Сигнат он к дэмэджу дает. Тоже штраф. Но он учитывается. А, он не же учитывается? Да, он автоматически должен учитываться. Вот. И учтен. А, да. Да, так что ты его так хорошенько подранил, но, по-моему, с 22-м АЦ его тебя тоже. Так у него а, у меня 23-й, у меня 22-й был остановлен. Я там двоечку, по-моему, не посчитал. Двоечку? За чарж, которая шла. В броске есть 2. Ну, я, наверное, что 2, а, по-моему, за что-то другое сейчас. Я посмотрю. Ну, да, вопрос. Слушай, шар, но не слушай. Так, Кири. Окей, я могу. Что-то происходит? Не, ничего не происходит. Окей. Ну, Викторио выиграет в Мотодора. Да, там это учтено, что... Powerful Charge, он автоматически учитывает, что это именно Charge должно быть. Так что нет, он не попал. Окей. Okay. И теперь как раз теперь ход Аркуцу, которому прямо подставился один из этих демонических динозавров. Ха-ха. Окей. Так, ну, к сожалению, здесь фанга не будет, все равно никакого. Ну, тогда я его стадирую. Собственно говоря, бонус у меня сейчас включен. Со стадии, так, оставь включена, бонус включен. И луплю его. Блин, сколько же у него? Честно, не ошибись. Да, вот, Адамантину, я думаю, что падает повер атака. Странно, здесь стоит модификатор Хейс, но это потому что поставлено глобально включено. Его не надо жить. Надо. А, ну не надо. Хейс, ты модификатор, это он даст тебе еще одну атаку.
А, это на флоте, ладно. Ну так, нормально. Так, минус 19 нормально, но ему пока не хватает, хотя в нем появляется еще одна большая дырка. И транс для Басара. Басар снова начинает стрелять, но на этот раз с дальнего. Я сразу вышел в атаку минус 4 за кавер. Окей. Так, первая мимо. Значит, с майнишотом тоже мимо. А вторая единичка. Хоста попала, капюшот попал. Хоста не убила. Этот Rapid Shot убил. Вот. И снова Дерт. Это в себя, да? Уже в кейке. Витторио, выход. Так, а у меня вопрос. У меня сикнакт, он висит типа до конца раунда, то есть без бросков. Так, мы, кстати, по-моему, не посчитали, сколько он у тебя висит. Там он 1 на 4 раунда должен висеть. То есть это у нас, соответственно, раунд 3, и он с тебя спал уже. Так что все, можешь снять. Так, раз я сикнут, тогда, собственно, фулл атака летит в этого товарища. Все... Так. Правильно, тебе источник по нашему нужен. Блин, я хейтс забыл прожать. Нет, все есть. Так или иначе, на самом деле, ему первые атаки уже хватает. Смайт забыл добавить. Там должно быть плюс 4. Так, что ж, ну и последним ударом Питорио протыкает голову Минотавра прямо между глаз. И тот падает на землю, дыханной кучи этого багрового мяса. Так, Альфа, если кого все, я попросил все на сегодня. Ну так и Альфа уже скоро там надо. Да, вот мне тоже скоро надо будет уходить, поэтому давайте на сегодня все. Ну, там можно все.